выходя из пункта А, в пункт Б можно и не прийти. Локомотив. Перемещение в параллельное пространство. There's things I haven't told you. I go out late at night, and if I was to tell you, you'd see my different side. There's things I haven't told you. I go out late at night, and if I was to tell you, you'd see my different side. There's things I haven't told you. I go out late at night, and if I was to tell you, you'd see my different side. There's things I haven't told you. I go out late at night, and if I was to tell you, you'd see there's things I haven't told you. I go out late at night, and if I was to tell you, you'd see my different side. What the f- Доброй ночи, с вами доктор Морозов, программа «Локомотив». Сегодня у нас гость, но об этом немного попозже. Программу открыл коллектив Audio Bullies с композицией «We Don't Care». Ну а продолжим мы вместе с новым альбомом Massive Attack, композиция «Special Cases». Перед этим небольшой культурный анонс. 30 апреля состоится пати под названием «Only Techno». Вживую будет выступать Energan 22, играть диджей Глеб Лав, Пожарник, Зверь, диджей Павел Мэн и диджей Магнет. Состоится это в четырех апельсинах, так же как и еще одна вечеринка, которая будет иметь место там 11 мая 2003 года. Это будет вечер экспериментальной электронной музыки «Глобальные коммуникации». А вы увидите и услышите такие коллективы, как Регер, Корста, HHTP и Караоке Vomit.
А 3 мая в New Club пройдет закрытие фестиваля белорусской электронной музыки «Система электронного безумия». На СЭП-7 будут представлены 23 коллектива, исполняющих электронную музыку самых разных направлений: брейкбит, драм-н-бейс, транс, электро и IDM. На этом фестивале также выступит музыкант из Петербурга Жюн Ом. Впервые на СЭП-7 будет открыт второй танцпол клуба NC. СЭП-7 является своеобразным подведением итогов работы, которая длилась 7 месяцев. Она имеет своим результатом увеличение количества представляемых на фестивале проектов и ростом качества музыки. В планах промо-группы Electro Kids продолжать организацию фестиваля мясные интерпретации и других событий. Дополнительную информацию о системе электронного безумия 7 и о белорусской электронной музыке в целом вы можете получить на сайтах Oxidizer.net, RaveBuy и ElectroKids.org. Итак, мы слушаем Massive Attack, после чего переходим к разговору с нашим гостем. Локомотив. Перемещение в параллельное пространство. В эфире программа «Локомотив». С вами доктор Морозов. И сегодня у нас в гостях Ник Моторин. Ник, привет. Привет, привет. Дискотека исполнилось 2 года. Это хороший повод для того, чтобы встретить, что, собственно, и произошло, и рассказать немного об истории создания этой организации. Как все начиналось, к чему все пришло. Начиналось уже давно, как ты сказал, 2 года назад.
это было, вот я слышал сейчас анонсы в тех же четырех апельсинах. И сейчас все зашло очень далеко, и уже оттуда убежать нельзя. Кто входит в дискотеку? Кто твои единомышленники? Начинали мы работать вместе с Арсением Дефом, собственно, с кем мы сейчас работаем. И еще, в принципе, к нам присоединился диджей Палионы. Ну, нельзя сказать, что он входит в нашу организацию, просто это тот, с кем мы работаем. Опять же, это диджей Мэйдэй. Ну и, наверное, все. Если брать из музыкантов, то это творчески. Хорошо, к разговору мы сейчас вернемся, но вначале расскажи о том, что за музыка звучит. Ты принес какой-то интересный микс, расскажи о нем поподробнее. Да, это последний микс диджея Андрея из Кёнигсберга, который, в принципе, скоро будет у нас в гостях 17 мая. Можете смотреть вот анонс там у нас на сайте или еще где на других сайтах, посвященных клубной культуре, чтобы узнать, где это будет происходить. Будет вечеринка, называется Pink Punk Party, с очень интересным дресс-кодом и, ну, очень интересно. В каком стиле музыку мы сейчас услышим? Что в основном играет диджей Андрей? Ну, я не буду спрашивать про какие лейблы, каких музыкантов он играет. В целом, какая там музыка? Ну, все тот же старый добрый хаос, только уже он не совсем добрый, но достаточно позитивный. Трайбл, немного прогрессива. Ну что ж, окунаемся в клубную атмосферу.
Итак, у нас в гостях Ник Моторин, представитель дискотек. Ник, расскажи о том, как у вас появился сайт дискотека.ком, в каком он сейчас находится состоянии, что можно интересного узнать на вашем сайте? Сайт появился давно, еще, наверное, раньше, чем мы начали заниматься промоутерской деятельностью. Сначала это был сайт EMC, может кто-то помнит, Electronic Dance Culture. Год назад появился сайт дискотека.ком, где, собственно, можно узнать вообще постоянно о лучших мероприятиях, которые происходят в Минске, почитать интервью, послушать просто кучу музыки, которая все прибавляется. Каждую неделю появляются новые миксы, новые треки музыкантов, белорусских и не белорусских, и тех, с которыми мы дружим проектами. Можно всегда посмотреть фотографии с последних мероприятий. Скоро вот, завтра мы уезжаем на фестиваль Dance Planet в Санкт-Петербург, через неделю еще уезжаем на May Day, вот будет тоже куча фотографий и видео оттуда. Через сайт можно с нами связаться, если вам это нужно, если вам это интересно, задать вопросы, добавить там свои линки на сайт. Также есть еще на сайте коллекция флаеров, виртуальный флаер тоже единственный. Если я правильно понял, то те, кто хочет поехать на Dance Planet, а потом на May Day, могут просто зайти на сайт, увидеть там координаты, уже связаться и дальше как-то действовать, то есть, чтобы встретиться с вами и поехать вместе. Вот меня интересует, музыка у вас в формате MP3? Да. То есть она бесплатна, для бесплатного скачивания, и никаких проблем у вас как бы с этим форматом не возникает? Нет, у нас не возникает, и надеемся, у вас тоже. Расскажи о том, кто, скажем так, с вашей подачи появлялся в наших клубах, кого вы привозили и кого собираетесь привести, чьей музыкой порадовать посетителей клубов. Привозили очень много разнообразных имен, как громких, так и не очень. Опять же, вот скоро, как я уже говорил, будет диджей Андрей с Кёнигсберга уже в третий раз у нас. Привозили имена разные. Если брать Минск, то из громких имен Титамир, Лена Попова, Гаврила, Компас Врубель. Ну, очень много. Просто даже всех так сразу и не вспомнишь. А скажи, может быть, кто-то из менее известных имен лично на тебя произвел сильное впечатление? Да, это был диджей Исаков, мы привозили в Брест его. Также, опять же, Андрей, до этого он был неизвестный, на мой взгляд, очень отличный диджей. Недавний гость из Москвы — это диджей Емеля, хотя в Москве он достаточно котируемый диджей, но у нас о нем почти никто не знал, он просто профи. И скоро вот мы будем привозить еще Лив, проект Swanky Tunes, который выпускается на Звезда Рекордс в Санкт-Петербурге. Очень-очень вообще красивый, пишут синти-поп, очень танцевальный, ну, настоящая вообще музыка, очень качественная для России. Уже не раз упомянутый диджей Андрей, который еще приедет к нам, сейчас звучит на волнах стиле радио, на волнах программы «Локомотив». Close your body and smile.
гостях у нас Ник Моторин. Скажи, ты согласен, что не существует монополии дискотек на организацию вечеринок? Наверняка есть и другие хорошие промо-группы. Расскажи о своем отношении к ним, к ребятам, которые делают вечеринки. Монополия — смешно. Вы не самые старые, есть другие старые. А есть те, кто уже вообще закончил этим заниматься. На самом деле, если брать монополию, то скорее каждая промо-группа в какой-то степени является монополистом, то есть потому что у всех есть своя публика, у нас есть своя публика, и у других промо-групп есть своя публика. Хорошие вечеринки делают промоутеры, которые занимаются системой электронного безумия. Это, в принципе, абсолютно что-то не новенькое придумали. Ну, нужно отдать должное G-Sound Cosmic Corp в лице Вадима Кудряшов, который. И, на мой взгляд, наверное, в принципе, даже все. Но уже есть плюс в том, что делают вечеринки сами клубы, потому нельзя говорить именно о каких-то промо-группах, а просто есть клубы, которые делают хорошие вечеринки. Последний вопрос. Хотелось бы, чтобы ты напомнил о том, какие вечеринки у вас планируются в ближайшее время, что можно будет узнать нового на вашем сайте и вообще просто познакомившись с вашей организацией. Завтра, как я уже говорил, мы уезжаем в Санкт-Петербург на Dance Planet 9 мая. Мы будем опять же в Санкт-Петербурге на Mayday Cosmos. 17 мая мы делаем вечеринку Pink Punk Party с участием вот диджея Андрея Паленова, наверное, Мэйдея, и еще, наверное, будет какой-то гость из-за рубежа. Также скоро пройдет физкультура и спорт 2, пока дату не сказать не могу. Ну и второй Минский диджей-конгресс, который многие люди ждут и хотят прийти. Спасибо за то, что ты сегодня пришел, за то, что рассказал дискотек. Я поздравляю вас с вашим двухлетием. В общем, приятных впечатлений. Желаю всем посетителям ваших вечеринок удачи. Да, спасибо. А мы всех вас любим. И приходите и к нам, и к другим, и слушайте «Локомотив».
«Локомотив». Диджей Джио MC505 возвращается с новым синглом. Прошел год после выпуска на Guess Records его первого сингла Android Society EP, который включал в себя ремикс горячих финских парней Урал 13 Dictators, и неутомимый итальянский диджей выпускает новую пластиночку на новом лейбле H+ Records. H+ — один из проектов известного итальянского продюсера Tony H, являющегося также сотрудником Radio Italia Network. Ему также принадлежат лейблы Young Guys, который занимается молодыми диджейскими талантами, и Templo Serena, выпускающий Chillout и Lounge. Итак, на H+ Records вышел новый сингл диджея Geo MC505 под названием Tameshi Wari EP. В переводе с языка самураев Tameshi Wari значит «акт силы». Кстати, заглавный трек Electro Game Players есть на диске в ремиксе Japan Warriors. Его мы и послушаем сначала. Электрохаус диска «Струю» подхватит трек Capcom Fighters, который недавно ремикшировал бельгийский диджей Valiums International DJ Gigolos Records. Это лейбл диджея Hella. Electro Game Player.
We'll be right back.
вами был доктор Морозов. Сегодня у нас в гостях был Ник Моторин. Вы слушали программу «Локомотив». 3 мая в Нью-Клаб пройдет закрытие фестиваля белорусской электронной музыки «Система электронного безумия». Я думаю, что не нужно пропускать такое значительное событие. Наш сайт в интернете www.netmotion.tk, электронный адрес locomotion@tut.by. Пишите письма. Счастливо. А на прощание мы послушаем Ройксоп с их композицией, которая называется «So Easy». Так легко. Выходя из пункта А, в пункт Б можно и не прийти. Локомотив. Перемещение в параллельное пространство.